дорогие друзья, я сегодня в церкви. Сегодня воскресенье вербное. Поставила свечки за покой и за здравие, и за все хорошее. Людей очень много. Долго стояла, пока купила свечи. Вот. Как-то немножко сейчас народ разошелся, так было не подойти. Помолилась у своего любимого защитника Николая Угодника. И служба не идет, тихо здесь. Вот. Не буду снимать, кто обращает внимание на меня, пойду на улицу. Вышла с церкви, тут столики стоят, что-то продают. Пойдемте посмотрим, что тут. Людей много, там вот тоже церковь есть. Нет, на горке. Мне чуть не сбросили мне телефон из рук. Я же не беру никогда с собой этот самый штатив. Посмотрим, что это здесь такое. Различные украшения. Серьги, кулончики разные. Красиво. Колечки с натуральными камнями. Ведь ты сам понимаешь, что это Запад и Украину уже разложил печально. И парады, и прочее. Фашистские. Нет, зачем ты? Ты просто не знаешь этой ситуации. Я никак. Я просто общаюсь. Общепризнанная. Сейчас мы не стоим. Магнитики. Красивые шкатулки. Домовенок. Там дальше продают вербу. Надо было сразу купить ее и осветить. Но там что-то никто не освещает, поэтому... Так, ой, какие красивые корзиночки, правда? Большие, маленькие. Еще женщина пришла тоже. Кругом милиция. Брошки. Уже тюльпаны кругом расцвели. Батюшка продает эти самые веточки какие-то, но явно освещенные. Что это за ветки, интересно? Это ж не верба. Здесь кругом все поразломали у нас. Весь город в ремонте. Ну, к июлю пока... Июль, я думаю, что все сделают. Народ идет туда, обратно. Там очень много народу. Когда я подошла, большую очередь стояла, сейчас немножко меньше, но все равно людей много. С Людой созванивались, она пошла в другую, которая у нас в ботаническом саду. Там находится. Вот там вот вербу продают. Это не то, что у вас там. Поеду домой сейчас.
на экскурсию привезли людей. Ладно, закрываюсь я. Пойду узнаю, почем тут верба. Может быть, куплю домой веточку. Я уже дома. Пришла, еле джинсы девочки себе сняла. Прилипли, тепло. А я еще пошла ходить с церкви. На рынок пошла. Пошла, хотела этот самый, укроп купить. И лаваш, нигде ничего нету. Зашла в этот 7 пятниц, а там лаваш круглый. Почти 6 рублей. Офигеть. Конечно, я такой не стала брать. Зашла в коммунарку, взяла конфет 200 грамм. Вот какие-то новые конфеты. Говорят, суфле там внутри. Думаю, кофейку попью. Сварила кофе. Немножко там выпила. А потом думаю, в смысле дома. А потом думаю, пойду-ка я в беседку. Остыну, отдохну немножко. С вами поговорю чуть-чуть. Так, сейчас я поставлю. Наверное, темновато так будет, но не хочу туда, надо там стрясти. Давно не было в беседке, Шмяка тут линял на своей подстилке. Вот, решила пыль не поднимать, а уже сесть на свое место, где у меня подушечка. Посмотрела дома мои лучки, лук мой взошел. А на грядке прямо не вижу, но я потом кофеек допью и потом схожу посмотрю, что там, есть ли там что на грядке или нет. На Люданной, на этой самой. Люда говорит, что у нее уже она посеяла эти магнитятся бумажки. Посеяла эти огурцы. Ну, отдельно так в эти формочки. Говорит, уже взошли, уже по 3 листика. Но их же еще рано сажать. Она говорит, ну вот ты съездишь, отдохнешь, приедешь, потом мы с тобой пойдем огурцы эти сажать. Вот такая вот внутри. Как птичье молоко. Так, называется... Как я знаю, как надо очки одевать. Надо одевать очки, иначе не вижу. Веселые трели. Вот как они называются. А вторые, нежное суфле, тоже. Тоже внутри будет такое вот, как птичье молоко. Но птичье молоко стоит по 18 рублей килограмм, а эти 10,90 и 9,90. Шмячий лежит на полу. Пришел в дом, он сегодня не завтракал. Я ему дала печенку, он один кусочек съел и пошел на улицу. Вот я сходила, пришла уже второй час. Сейчас позвала его, говорю, иди ешь свою печенку. Не стал. Я ее взяла, помыла. Опять не стал. Я даже дверь там оставила открытую. А он следом за мной пришел. Девочка пошла по улице, с конца улицы. Тоже 3-го ребеночка родила. 2 мальчика уже большие. Нет, 2 девочки. У этой 2 девочки. И мальчик. С Людусей не созванивались. Я зашла всем этих пятниц. Посмотрела, есть ли там это вино, это чин-чин, шипучка это. Нашла почти 8 рублей. Ну, сейчас я не стала покупать. Нет, у меня тут копейки остались от пенсии, потому что все поразложила, что туда, что туда. На такси надо взять с собой, чтобы туда доехать, чтобы обратно приехать. Вот. Думаю, ну вообще что-то так хотелось. Что-то шампанского хотелось. Ну, думаю, пить не с кем. Вот. Да, кто-то скажет,
Вася работал, работал, даже не это самое, шампанского не купила. Ну, так он все равно сейчас не приедет. Он приезжал, я там видео, конечно, сняла, так что имейте в виду, что это видео уже я открою, но... Так, дружочек, ты куда? Ты куда? Что? Целоваться будем? Ну, мне ж так неудобно, а? Шмяка. Иди на свой стул. Не пойму, вам он виден или нет? Девочки, виден он вам, этот жук? А, виден немножко. Вот поднялся, сейчас виден. Ну, что ты хочешь? Обязательно у меня на руках лежать. Домой совершенно не хочет приходить. Потому что тепло, и все время здесь. Даже вчера вечером я только в 3 часа его запустила домой. Смотрела, девочки, вчера как-то... А как оно называлось кино? Что-то про Чапаева. Как начался днем фильм, и все серии подряд, и до полночи, я уже даже заснула под фильм, потом проснулась, выключила, думаю, не, уже дальше у меня просто нет сил смотреть. Но вообще мне было очень интересно. И мне хотелось знать вот о его жизни, потому что когда-то был фильм, но фильм такой, знаете, короткий фильм был обычный. Такой, ну, как сейчас, это уже старый фильм. А здесь так раскрыто. Так, ушел дружочек. Вот. Фильм мне понравился. И жалко, конечно, что я его не досмотрела. Нет, чтобы хоть сегодня, завтра, вот еще можно было в субботу, воскресенье, понедельник показать. Нет. Прокрутили его. Чем кончилось, не знаю. Но вообще-то Чапаев же утонул. Его подстрелили, он утонул. Интересный человек был, правда? Не знаю, что сегодня по телевизору будет. Сейчас у меня в планах вот допить кофе, посидеть немножко. Посидеть, отдохнуть, посмотреть, что там с моим луком. И пойду домой. Пойду, надо мясо, у меня филешка разморозилась. Надо что-то поесть. Сначала конфеты с кофе, правда? А потом что-то поесть. Пожарю эту самую филешку. А вообще хотела, думала, вот куплю этот. Сделаю треугольнички такие с сыром. С сыром, с колбасой, с укропчиком. Короче, пролет. Второй раз и пролет у меня такой. Так было удобно, когда здесь было 3 лося, они постоянно получали различные булочки и хлеб, и все на свете. А теперь одни бутылки там. Ну, спросила, говорю, девушка, есть? Она говорит, ну, вот там в конце висят. Да, висят, круглые. Но цена у них как за 2 упаковки. Так вот. Как я рада, что хорошая погода, что тепло. Я сижу в летнем платье, босыми ногами. И тепло. С Людой стала говорить, радуюсь, что погода хорошая, не надо мне одевать ничего теплое. Она, если ты приедешь, и будет холодно. Я говорю, только то, что нас... самолета не везет, автобус до чемоданов, что это надо через поле топать. Если холодно будет, то, конечно, будет прохладно. А так там такси вышел, загрузился и до дома. Вот так. Так что, в общем, все мысли об этом уже. Надеюсь, все будет нормально. Ладно, девочки, кофе я выпила, немножко с вами поговорила.
Пойду займусь делами. Да, еще надо там постирать кое-что. Чтобы приготовить, что одевать, чтобы потом или это, или это, или это. Но чтобы уже было все чистое, все на месте. Вот. Волосы я покрасила. Вроде держала долго-долго, но хорошо, что они хоть не такие. Думала, ну вот, покрашу, будут вдруг темные, подержу подольше. Ну, хоть хвост прокрасился, так я только корниш красила. Ну, а это самое... А потом же еще надо будет помыть перед отъездом. Говорю, смоется. Уже тут, если уже смоется, так смоется. Ой, у меня расцвели тюльпанчики. Тюльпанчики расцвели. И еще одуванчики, точно там же. Ладно, пойдем посмотрим, какой у меня лук. А? Кто-то мне что-то прислал. Как не люблю, когда вот это вот насылают вот этих вот картинок. Ну, хочешь ты поздравить, позвони, скажи поздравляю. Я Аришке позвонила, говорю, поздравляю. Люди позвонила, говорю, поздравляю. Сегодня же вербное воскресенье. А сейчас пришла домой только по телефону. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. И картинки эти. Я даже их не открываю. Я посмотрела, поздравили. Сердечко поставила, что посмотрела. И все. Вот. А что у меня делается в Одноклассниках-то? Там вообще ужас. Там вообще ужас. Я ведь там практически не бываю. Ну, редкий случай. Я компьютер включаю, девочки, только тогда, когда мне надо вот собрать видео. Вот сегодня мне надо будет его собирать. Вот я включу его. И там уже посмотрю, что там в Одноклассниках. А там очень многие мои подписчики шлют постоянно эти самые тоже эти картинки, подарки. Вот. Вы знаете, я говорю, могу раз в месяц просмотреть. А так, я говорю, компьютер я практически не включаю. Я стараюсь снять видео, чтобы оно было в одном куске, только заснять и сразу же через телефон его и на место поставить. Вот, чтобы лишнюю работу не делать, потому что в компьютере у меня очень слабый интернет. И если это обрабатывается, то обрабатывается больше часа, а это все свет. Как-то, знаете, когда я сама выписывала свет, всегда последним днем как-то, у меня меньше нагорало, чем теперь, когда у меня уже, мне присылают готовые, подключили как-то уже вот эти счетчики, подключили к себе и уже присылают, номер дали и... Сами выставляют. И у меня почему-то получается все время 100 и 100 и 100 и 100. Хотя я практически вечером свет не включаю. Телевизор я смотрю без света. Я не люблю, когда свет кругом горит. Вот. Так вот получается. Так вот как-то получается. Ладно, мои хорошие. Я уже остыла. Видите, что с голыми руками, с голыми ногами остыла. Можно топать домой, заняться делом. То ли сначала постирать, а сегодня вербное воскресенье. Нет, я, наверное, завтра постираю. У меня еще 2 дня. Успеют мои майки высохнуть. Вот. Пойду поджарю филешко себе. Поем немножечко, потому что что-то вот кофе попила и есть захотелось. Вот так вот. Все, пока на сегодня все. А, лук обещала показать и сама посмотреть. Пойдем. На этой грядке лук практически не вылез. Вон пару штучек здесь. И по всей грядке так вот кое-где. Ну, холодно было. Холодно. А вот этот вот я раньше сажала. Так вот здесь вот он как будто весь взошел. А вот шпинат... Сеяла. Ни одной нету штучки. Ни одной. Только лучинки. Но такие тоненькие, такие дохленькие. Налюдные грядки там. Не хочется мне туда по траве идти. Смотрите, уже
Травища какая, а? Но сейчас все равно ничего делать не буду. У меня сейчас в мыслях совсем другое. Вот, а когда приеду, надо будет мальчику звонить, который у меня косит огород. И вот это вот все, все скашивать. Кустик мой цветет. Ягодки должны быть. Людуся там мне возле стенки подвязала, привезла веревки, подвязала. Тоже надо хвосты обрезать, потому что пропали хвосты. Кругом трава, девочки, кругом трава. Соседи что-то там на сетку наставили. Склад хлама сделали. Склад хлама. Вот. Тут укладывали дорожку, а цветы, как под низом, были от грядки. Так, смотрите, пробились и цвести будут. И будут цвести. Туя развалилась совсем. Заняла тоже пол гряды. И здесь надо убирать. Вот видите, как не было погоды, так как-то все заросло совсем. Шмячий вон сидит, ждет, когда это я домой пойду, и он чего-нибудь там поклюет. Вдруг чего-нибудь дадут ему. Ой, зацепилась за что-то. Еще вон там кучу надо убрать. Не кучу, а от елки вот эти сухие штучки. Я там так грабли и бросила. Там убирала кучу, так и бросила. Тюльпанчики, красавчики. Красавчики, много будет тюльпанчиков. А посредине вон что-то видно. Вымерзли или что, потому что целая гряда была тюльпанов. Тюльпан на тюльпане. Вазоны стоят, надо будет приеду земли купить. Думала, сюда тоже посажу, посею шпинат и пускай растет. А вон видите, что-то, что за семена, они всходят. Значит, надо цветы все равно. Петунию надо будет покупать и вешать на крючки, чтобы хоть красиво было. И бархатцы тоже не взошли. Ну, что это такое? Что это такое? Зато вон беленькие колокольчики. Беленькие колокольчики есть. А то и видите, что делается. Уже доползла вон на розу. Но ее все равно надо выкапывать. Все черное. Все черное, нечего даже обрезать. И эту надо выкапывать, и эту надо выкапывать вон. Вот. Вот только тут вот смотрю, на одной есть хвостики. Хвостики вылезли. А это тоже была белая, такая красавица была. И ничего. Лаванда моя какая-то вся серая. Вот такая. Вроде бы и зимы морозной нет. А почему все пропадает? Или потому что уже старая и вымокает, потому что мокро было очень. Вот. И вот это вот выпустила пару веточек. Но интересно, это роза или это может уже шиповник? И там красавица. Видите? Раз, два, три. И ни на одной... Ни одной веточки нет. Ничего. Ничего. И то, что Люда принесла мне бархатцы, было 6 штук, пропали. Все пропали на этом вот на пустом местечке. Или отмокли, или отмерзли. Но вроде и мороза-то, что нулевое, ноль мороза было. И это все придется вокруг этого переделать. В общем, работы, девчонки, будет много, но сейчас я об этом совершенно не думаю. Не хочу, вернее, не хочу думать об этом. А потом отдохну, а потом с новыми силами. Все, мои хорошие, на сегодня все.